Традиционный конкурс профессионального мастерства среди социальных работников Московского района собрал на одной сцене лучших представителей, занимающихся таким непростым, но таким важным делом – помощи нуждающимся. Среди их подопечных – одинокие пожилые граждане, инвалиды, все те, кому нужна особая забота. Это очень такой своеобразный конкурс, где каждый говорит, как он относится и к своей специальности, и к своим подопечным. И мы говорим о том, что мы делаем. А уже всем остальным смотреть на это, думать и говорить, нужна ли эта служба вообще или не нужна. Ну, исходя из того, что мы уже в этом году празднуем, не в этом году, а в следующем году празднуем 100 лет социальной службы, и об этом говорят на всех уровнях, мы говорим о том, что эта служба нужна и ответственна. В рамках конкурса профессионального мастерства участницы смогли раскрыть себя разносторонне. Ведь деятельность социального работника не ограничивается помощью нуждающимся в вопросах бытового обслуживания. Для своих подопечных они близкие друзья, психологи, творческие личности. Учитывая тот факт, что социальные работники работают непосредственно с теми гражданами, которые нуждаются в постоянном каждодневном внимании. И только через социальных работников, и только через их повседневный труд уже нам, руководителям и на областном уровне, становится понятно, чего не хватает в системе, какие изменения необходимо внести в действующее законодательство, что беспокоит пожилых людей, какие проблемы у них существуют. Каждая из участниц долго готовилась к конкурсу. Для этих женщин важно было показать, что они не только грамотные специалисты, но и многогранные личности. Соревновательный момент, скорее всего, и работаю уже где-то 2,5 года, и когда-то нужно и себя показывать в каких-то мероприятиях. Я такой человек творческий. Почему я приняла участие в конкурсе? Мне просто тоже работаю уже 3-й год, хочется себя немножечко проявить. Потому что когда ты просто в коллективе, а тут такое вот событие. Хочется показать, какая ты интересная с разных сторон своим коллегам. Мероприятие стало ярким финалом насыщенного календарного года. Все участницы смогли проявить себя, показать интеллектуальные и творческие способности и доказать, что достойны звания «Лучший социальный работник».